Певец, композитор, продюсер, по совместительству сегодня еще и третейский судья, Элтон Джон, сэр Элтон Джон. Ну-ка, уважаемые члены жюри, я вижу, в каком вы восторге. Нет, ну Шура же сам приехал. Значит, может быть, Элтон и Джон, Элтон, да, пожаловал. Есть ли у вас какие-то версии, кто нам представил товарища? Я сначала подумал, что они это Алексей Глызин. Да, у нас версии. Так, ну, неплохая версия. Кто еще? Были, знаешь, какие версии смешные? Бутман и Фомин. Митя Фомин, которого покусали пчелы. Ну, вообще, это было очень круто. Это было очень похоже. Ну, а еще версии-то есть? Вот мы уже накидали. Все версии. Теперь, Ева, ваша очередь. Нашей части стола, что? Да. Да. У нас есть версия. Сейчас, я вернусь сейчас. А, пожалуйста. Он берет помощь клуба, вы поняли? Я беру помощь зала. Нет, я, главное, повернулся его встречать, а его нет. Он... Леонид Александрович, куда вы ходили? Ну, так мне надо было. Ребят, вот будете смеяться, пока шел, опять забыл. Давайте это Евгений Дятлов. Да, у меня была эта версия. Евгений Дятлов! Женя, привет! Нет, сэр. Сейчас, когда ты снял очки, ты похож немножко на Карлсона. Правда, почему? Если пропеллер, посмотри. Сэр Карлсон! Сэр Карлсон! Саш, я просто хочу сказать, что действительно третейский судья, и он имеет право сейчас поменять ту картину, которую создали мы вчетвером, именно потому, что так идеально. Так невероятно здорово.
Мощно. Элтон Джон посетил программу точь-в-точь. Присаживайся, пожалуйста, к столику жюри.